Всем привет, это Нана Лайф, и сегодня у нас 3 мая, уже подходит посевная к концу, все яровые культуры почти посеяли, осталось овес досеять и многолетние травы. Вот напротив меня поле, которое начинал сеять в первом видео, которое снимал весенний посевной, уже видите, сходы имеются. Вот здесь хорошо видно. В этой стороне у нас правый дождик идет. С этой стороны безупречная погода. Гроза сегодня первая была. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на мой канал.